Да в кошке мать. На принудиловку поставь, он тебя с кошкой. Сейчас реальный поток. Прямо из кабельной системы льется. Это не страшно? Страшно, конечно. А что теперь? Эти саму... Как вам этот потопик? Смотри в торце дома, что происходит, где синий ящик. Там прорвало. Там прорвало воду, смотри. Смотри, мимо как этих, мимо подъездов лужа здоровая поперла. Офигеть! Примерно город Актау. Актау я тебя не узнаю. Давай, зайка. Офигеть, там УАЗики все позастряло.
Весело. Никто не желает рыбку половить. Вы понимаете, да, где вода? Танюха, хочешь прикол? Свежий октауский, можете в эфир запустить. В Октау прошел сильнейший ливень, причем настолько сильный, что последние лет 10, наверное, такого не было. А центральную площадь полностью затопило, машины плавают, реально просто плавают в воде машины, прямо возле областного акимата октауского. Вот, короче, авральная ситуация в городе. Вот я сейчас стою на возвышенности, на холмике, и от меня волны плещутся. Вот. То есть для Октау это вообще нонсенс полнейший, по одной простой причине. В Октау вообще, во-первых, таких дождей не бывает. Вот. А во-вторых, просто могли бы вы... А, ну да, всемирный потоп начался. Я вот сейчас снимаю это на видео, блин, машины ездят, волны херачат об тех, которые стоят. Но какие машины в наглую могут проехать, вот они проезжают, а остальные просто реально булькают, по ним прям волны сверху катят. Так прикольно. Я тебе потом покажу. Давай, красавица, пока. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. На камеру, да, снимаете? Нет! А что? Это фотоаппарат. А, фотоаппарат снимаете, да? Конечно. Можно, да, посмотреть?
О, хорошо. А, давай, молодец. А сейчас его с другой стороны накроет. Да, редкостный дождик был. Не, я боюсь, что это трехгодичная. Для Актау реально это годичная норм. О, смотри, красавчик придет. Рена, смотри, как идет, смотри. А волны все плещут и плещут, и бьются о борт корабля. А у этой маршрутки есть? Да. У них спасательные жилеты у всех. И они все одинаковые будут. Все окей, давай, Жень. Окей, хорошо. Давай, пока, Жень. Вовремя развернулся, называется. Лето практически купаются.
За это спасибо сейчас будет большое от меня. Замечательный, надо сказать, денек сегодня. Богатый на причуды. А вот теперь текайте. Говнюк, от говнюка. Вот, смотри, тоже патрончик, смотри, тоже новый идет, нормально. Блять, едут, думают только о себе. Нихуя не думаю, что заливают всех остальных. Дофига, мужикам. Обедокурил нуждик. Как он здесь оказался?
Вот уроды. А в это время ой, как клево. В Актау воды пресной, пресной воды столько много, что ею делают потопы. Водой вырвало колодец. Вот дождь натворил, а? Это первый такой дождь за историю Мангыстау, по крайней мере, за те 38 лет, что я здесь живу. Да? Да, вот такой вот. Сейчас ехал, блядь, что там усесть, где на отвезти. Да. Козел. Первые кирпичики.
И вся городская грязь сливается сюда, на набережную. Ой, как чудесно. Машина проехала, тут же волна. Некоторые идиоты ездят вот так, делая специально все, чтобы поднять побольше волну. Совершенно не думают о том, что есть другие люди, которые могут стоять где-то рядом и будут облиты этой водой грязной. Это называется «Ах, как внезапно кончился диван и начался дождь». Вроде как никто и не предполагал, что в Мангыстау дожди могут быть. Да ну, не бывает такого. У нас сухой регион, вот он сухой регион. Сколько электрики сейчас коротнет? Посмотрите, чудесные наши жильцы, жители города. Давай, давай. Ну, в общем, все как бы вот так печально. Мягко говоря, ничего радостного в этом нет. Дождь – благое дело, но, как выяснилось, не для набережной 4-го микрорайона. 14-го, точнее. Ну, хоть виды красивые можно поснимать. Вы когда-нибудь снимали отражение деревьев в воде? Все, 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 все. Не знаю, возможно. Все, 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 все.